В Германии теперь официально есть третий пол. Верховный суд постановил добавить в книгах записей ЗАГСов к мужскому и женскому третий вариант. Как он будет точно называться, пока не решили. До конца следующего года эту норму должны будут распространить на все законодательство. Уже 4 года в Германии действует закон, позволяющий оставить графу «пол» пустой. Однако другие варианты в нее вносить запрещали. Именно против этого и был подан иск в среду, удовлетворенный Верховным судом.